Двое опытных полицейских расследуют рядовое убийство. Однако оно выводит их на преступление совсем другого характера и масштаба. Убрать его надо. Полицейским противостоит их бывший сослуживец. Ради достижения своей цели он готовит покушение на президентов двух государств. Трудновато придется. Двойная охрана. И убивает свою любовь. Но до последнего момента никто не может даже предположить, откуда будет исходить смертельная угроза.